телеканал Миколаїв, Mix Fight Promotion, M-Star Production презентують. Mix Fight. Всім привіт! З вами програма Mix Fight та я її ведуча Валерія Нестеренко. У нашій програмі ви побачите найяскравіші поєдинки з турнірів Mix Fight Promotion. Сьогодні ви побачите бій Максим Башко проти Андрія Чоботаря. Давайте знайомитися з нашими бійцями. Вага 77 кілограмів. Максим Пашков, Хмельницкий. Максим, скажи, пожалуйста, как ты готовился к бою? Готовились два раза в день, были тренировки, была физическая подготовка, техническая подготовка. Провели много спаррингов. Так готовились, десь месяц часу. Был ли у тебя какой-то режим, как ты ложился спать, что ты кушал? Что ты вообще можешь посоветовать другим бойцам, которые только начинают свой карьерный рост? Харчування – це дуже важливо, потрібно контролювати білки, вуглеводи, правильно питатися. Режим – мінімум 8 годин спати, навіть більше можна. Скажи, пожалуйста, є ли у тебе какие-то суеверия? Делаешь ли ти что-то обязательно перед боем? Ні, суеверия немає. Знаком ли ты со своим соперником? Смотрел ли ты его бои? Как ты расцениваешь его? Знакомый с соперником, дивился его бои. Достойный соперник. Стиль у него рубака, который любит порубаться. Думаю, пойдет хороший бой с ним. Потом и тоже стиль такой. Я думаю, что получится хороший. Хорошо, спасибо. Андрій Чоботар, Молдова. Андрій, скажи, пожалуйста, что тебя вдохновляет перед боем? Меня вдохновляет моя группа поддержки, мои тренера, с которым я готовился все это время, и с которым я все время ухожу на бой, без них я никуда. Скажи, пожалуйста, как ты готовишься к бою? Есть у тебя какой-то режим? Сколько ты спишь? Что ты кушаешь? Готовлюсь я... Вот сейчас готовился 2 недели, как вы мне сказали, что за 2 недели до боя, вот 2 недели тоже готовился интенсивно. Ну, режим там пытаюсь раньше лечь, рано встал, утром на тренировку, после этого домой, вечером опять на тренировку. Ем все самое полезное, ничего вредного. Хорошо, спасибо. Что ж, хлопцы побачили то почули, а теперь давайте дивитися бій. Синий угол. Максим Башков. Город Хмельницкий, Академия ММА, Дамаск. Чемпион Украины по банкрочиону. Встречаем. Красный угол. Андрей Чоботару. Молдова. Чемпион первенства Молдова. Победитель Кубка Молдавии пока один. Призер чемпионата Молдовы по греблингу. Призер Кубка Украины по Муай-Тай. Oh!
ми побачимо бій Білик Андрій проти Дмитроченка Олександра. Вага 77 кілограмів. Білик Андрій, Миколаїв. Я Білик Андрій, представляю клуб Mix Fight Promotion Миколаїв. Планирую показати хороший, красивий, яркий бой. Сопернику хочу пожелать показать также красивый бой и без травм. Дмитроченко Олександр, Харків. Большое спасибо организаторам турнира. Большое спасибо за приглашение на этот турнир. Большая честь будет участвовать в нем. Всем хочу пожелать победы, ну, без поражения, как бы, тоже не обойтись. Всем и без травм. Большое спасибо. З вами була Валерія Нестеренко. До зустрічі у наступній програмі «Mix Fight».